Всем, ребят, привет! С вами Седой Копатель. Выехали мы в такую вот ужасную погоду. Все лето было сухое, жаркое, дождей не было, все высохло. Мы приехали на одну деревню, не знаю, почему сюда меня тянет. Моросит дождь, погода мерзопакостная. Мы сейчас вот по этому полю скошному походим. Не знаю, что здесь будет, но идеально скошно. Прямо сейчас посмотрим с Михалычем. Погода, конечно, жуть. Женька должен еще приехать к нам. Надеюсь, сообразит. Так что смотрим, будет что-нибудь интересное, точно. Ребят, первая сегодня находка верховая. И радует то, что это вот она, верховая. Верховая монетка старая. Это у нас пятак, 30-й год. Зачет. С почином. Михалыч где-то вон там он. Железяку какую-то большую нашел. Ну, железяки тоже хорошо. Так что ладно, пойдет. Итак, ребят, верховые. Ходим, смотрим. Есть находки. Это начало деревни. Здесь как бы не шурфили. Мы сразу изначально встали с Михалычем здесь. Вот очертания на дороге. Видите? Вон там вон сигнал я что-то не нашел. Но вот здесь вот прям на дороге, ребят, черпанул. Царскую трешку. 1909 год. Класс, зачет. А, черпанул. Классно, приятная находка. Прямо радует. Здесь деревня выбита, перевыбита. Здесь было найдено, только я знаю, 7 кладов. Вот, ну, начало деревни обычно сразу. Все уматывают в конец туда, поближе. Вот, так что зачетно. Класс. Ребят, пришлось сходить за камерой. Дождик. Вот. Последняя какая была находка. Вон там у меня трешка. И вот здесь вот, смотрите, был сказочный, божественный сигнал. Но он пропал куда-то. Я продолжал, швырял. И вот смотрите, вот она. Вашему вниманию. Очередная трешка. Какой сохран. 16-й год. Вот это удачка. А мы только с Михалычем начали. Вообще класс. Смотрите. Ай-яй-яй, как говорится. Вот фундамент тоже ковыренный. Я Михалычу говорю, надо вот этот фундамент и еще два там проведать, потому что фундаменты ковыренные, но как бы и не тронуты. Вот зачет. Приятное удовольствие. Погода, конечно, мерзопакостно. Моросит. Где-то 2 часа обещали сплошной дождь. Надеюсь, ее не будет. Ребят, здесь вот... Так, а что шторки-то не открылись? Ребят, вот здесь вот трешка. Здесь я решил прозванивать все сигналы, копать. И получилось, вот смотрите. Двушка. Двушечка ранняя, 28-й год. 28-й, жалко, не 27-й. Пойдет. Итак, ребят, вот здесь у меня трешка была 16-го года царская. Михалыч поднял только что, смотрите, сделал небольшой закопчик. То есть мы все-таки думаем здесь шурфануть. И смотрите, на пол штыке лопаты у Михалыча крупная зеленая монета. Я думал, царь. Но тоже приятная, ребята. 24-й год. Да, Михалыч, приятно? Такие да. Крупные монеты поднимать. Да. Вообще класс. Будем шурфить здесь? Раз здесь на пол штыке лопаты, блин, такая крупная медь. Угу. Надо щупом, Михалыч, протыкать, насколько глубоко. Потому что я помню, где-то есть шурфы, где-то всего на штык. Ну, неплохая, ребята, не коцнутая. Сохранчик будет хороший. Видишь, Михалыч, она прям хорошая. Нету, блядь, не затерта, ничего. Зачетная. Своих денег стоить будет точно. Смотрите, видите? Язв нету, дырок никаких. Пойдет. С почином. Так что погнали. Михалыч в деле. Понятно. Ребят, я монетку отыскал. Монетку брал, думал какая-то чего-то.
Но это оказалось у нас интересно тем, что это Александр II, 1858 года, копеечка. Ну, как вот без этого, да? Я ее засадил. И вот когда хотел заснять, положил вот так вот на камушек, краем взгляда, смотрите, еще что нашел. Крестик. Крестик. Тоненький. Хрупенький, как он только уцелел такой. Ну, уцелел не весь. Ушко отвалилось. У нас скоро Женька приедет. Говорит, уже в дороге. Едет, едет. Но мы монеты бьем. Бьем монеты. Есть они. Оттуда я убежал вот сюда, вот там, потому что вот этот валун, такой здоровый камень. Михалыч говорит, это, наверное, другая комната. И там что-то, знаете, голячок. У Михалыча здесь монетки сыпятся, в принципе. И у меня вот из этой ямки выпали вот такие две красотки. Ну, давайте в прямом эфире там что-то у Михалыча. Вон она! Ух ты! А, это колечко. Зараза. Колечко, ребята. Стояла боком, думал, монета. Ну, есть, очень приятно, когда идет какая-то сопутка. Сигналы есть, и это радует. А то иногда бывает шурфы в час по чайной ложке, и нифига ничего нет. Прям иногда думаешь, у меня нету. Ну, пусть хоть у комрада рядом с соседним будет находка. Хоть какой-то позитивчик, какой-то адреналинчик поднимается, и хочется продолжать копать, копать, копать. Блин, опять дождь заморозил. Ёшкин кот. Сейчас, наверное, опять в машину бежать. У нас целые почти двое суток лили дожди. А смотрите, фундамент сухой, абсолютно сухой. Пузырьки лезут. Стекло, в принципе, красивое. На, Михалыч, своё колечко. Мало ли что. Пузырьки, ребята, идут. Я вот кое-какие экземпляры бросаю в сторону. Вот они, царские такие пузыречки. Вот такой вот с надписью. Надпись имеется. Мрана. Мрана какая-то. Вот. Вот такой был ножичек. Добротный. Такой, знаете, не гнилой. Вообще классный. Фу, надо было теплее одеваться, как же говорила жена. Ребят, моросит дождик, мы спрятались и будем ждать. Погода, конечно, вот такая вот, печальная. Ну ладно, мы ждем, в принципе. Просветы виднеются, да? Видите просветы? Я думаю, шурфы мы будем продолжать. И находки будут радовать и нас, и вас. Ребят, Михалычу, вон там копает. Ладно, помог им немножко. Михалыч, что там, показывай в камни. Идем, идем, идем. Давай, откапывай. Звонко, царь. Медь, наверное, стопудово. О, да, вот он, ребят, смотрите какой. О, ну-ка. Ну, что это? Николаевская копейка. Зачет. Вот Михалыч сидит в яме, мокнет, ёшкин кот. А я нет, ребят. Я жду, когда он тот просвет придет. Там у нас вообще жесть, вон там вообще поливает жутко. Нас как бы так вот поливает слегка. Я, наверное, сейчас одену дождевичок. И тоже так, ветер откуда хреначит? Оттуда. Значит, там он хреновина к нам не придет. Зачетно. У Михалыча есть находки. И это радует. Итак, ребята, у нас пополнение. Не просто в монетах. Михалыч там в монетах уже зарылся. Женька приехал. Смотрите, какой он стал молодой. Ёшкин кот, а? Он бороду свою николаевскую сбрил. Он на Николая был здорово похож. Без очков. Как Женька приезжает, у нас сразу стол, поляна. Вот, я чё камеру-то взял? Ребят, очередной нюанс. Наверное, уже монета четвертая.
которая выпадает сама по себе, просто так, вы знаете, прям бум. Причем я копал здесь и что-то начал кидать туда засыпку, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, и вот видите, отпечаток остался. Вот эту монетку я уже брал, тер, Михалыч проверил, и это 10 копеек серебро. С почином, товарищи! Ура! 10 копеек серебряные, 20 какой-то год, наверное, 24-й. Вот, Михалыч таскает отсюда монеты, монеты, монеты. Че? О, с орлом было. С орлом, да. С орлом. Вот, так что монетки идут. Мы немножко тут это делаем нехорошие вещи. Видите, дорога, ребята. И мы немножко дорогу, ребята, в целях спасения находок, которые здесь сгниют, мы пытаемся найти. Так что постараемся потом привести все в порядок. Вон, горлышко, старое горлышко, блин, смотрите, какое закругленное. Бутылочки лезут, стекло лезет. Совет, в прямом эфире, ребят, совет. Михалыч, да я найду, Михалыч. А, в руке. Вот она, ребят, в прямом эфире. Очередная. Очередная двушка. Не двушка. Две совета. Причем ранние. Ранние прут. Ранние. Еще одну, что ли? Монеты прут. Прям, знаете, дуром. Вот это, видите, там ямка. Трешка царская. Двушка советская. И мы на этом фундаменте остановились. Женек там к столу за встречу зовет. Так что, наверное, пойдем. А Михалыч пускай монеты копает. У него уже куча. Да ладно, это, наверное, царь. 30. Вот он лежит, ёпты. Опять сама выпала. Двушка, ребята, царская. 1912 год. Офигеть. Я бла-бла-бла-бла, Михалыч, три монеты подряд. Ладно, как многие говорят, хорош балаболить, копай давай. Ладно, пойдем сейчас с Женькой за здоровье, за земляного деда. И пойдем копать. Ребят, Михалыч тер. Копейку 24 выпало. О, да, 24. Он надеялся, что я натру 25-й. Но у меня снова визуально, ребята, визуально. Смотрите, вот отпечаток остался. А то подумает, вот, подбрасывает ешкин кот. Есть такие злые, злыдни. Копейка николаевского образца. А может и Николай, да, Николай, 1914. Вот такая вот копеечка. Зачет, зачет. До этого колечко толстое, обручалку поднял. Ну, так что ладно, такая вот маленькая ямка уже дала. Вот смотрите, маленькая ямка, да? 2 на 2, наверное, глубиной полметра. И здесь порядка уже 30 монет. У Михалыча около 20. Что, посмотрим, что ли? Да, давайте посмотрим. Я знаю, что среди вас есть любители, которые любят онлайн. Я, если честно, не любитель онлайнов. Но стараемся для вас. А, это вон что. И это была у нас сковородка. Ну ладно. Сковородка тоже хорошо. Че там? Ничего, да? Ладно, идем дальше. Итак, ребят, монета сами просится наружу. А это не монета, Михалыч. Смотри. Я отсюда вижу. Это, наверное, какой-то кулон. Ага. Потому что овальный. Да, вау. Да, ребята, это не монета. Михалыч говорит, монета выпала. Но нет, это не монета. Это образок. Это образок. К сожалению, при жизни он был затертый. Но факт есть факт. Тоненький образок. Зачет! Вот слепок от него еще остался. Вот видите, какой.
Класс. Продолжаем. Женька там что-то по верхам, как обычно, пытается. Мы тоже с Михалычем как приехали. Верха, 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 верха. В итоге зашурфились. Видишь, он начал похрюкивать. Так, 7-6. У Женьки первый сигнал в этом комочке. Ребята, медная проволочка. Вот, ну, ладно. Поэтому похрюкивала. Ну да. С находками немножко тяжелее стало. Не особо. Но дело идет. Кстати, вот такую бутылочку поднял. Очень толстое горлышко. Нестандартная бутылка. Так что ищем, продолжаем. Ребятоньки, смотрите, чего. У Михалыча там совет, а у меня пятак. Пятак, 24-й год. Вот такая вот вкусняха. Год не вижу, но я знаю, что 24-й. О, да ну на. Смотрите, какие красивые риски. Рисочки красивые, прям старались над пятаком. Смотрите, какие риски, а. Не часто такие красивые, аккуратненькие риски вы видишь на монетах и на игровых. Это игровая монета, пятак, 24-й год. Ну ладно, как крупная медь, класс. В коллекцию диковинок, конечно, отправится. Пойдет, пойдет. Ну что, ребята, до этого копал. Вот так трава. Сейчас покажу вам. Ебёшь. Игровая трешка, ой, пятачок, и потом еще игровая копейка. Смотрите, какая тоже красивая с этой стороны. А с этой стороны прям заиграли здорово. Я надеюсь, это не 25-й год. Вот. И выпала еще одна монета медная. Медная — это двушка. Двушка — Николаевский образец. Год. Год. Наверное, 1870. 70-й год. Пойдет? Пойдет. Все, жопами толкаемся с Михалычем. Женька ткнулся там. Сапутка лезет, но нифига. Да. Что там? Шай. О, смотрите, какие. Даже, да. Это изюминка, ребят. Изюминка. Фу ты, бля. Как это называется? Бусинка, ёшкин кот. Изюминка, бусинка. Стеклянная бусинка. Да, стеклянная бусинка. Она была, наверное, прям ровненькая такая. Да, хорошая, красивая в свое время. Ладно. Ну, я хочу сказать, я пока чемпион по крупным медным монетам. Санек у нас, Михалыч, чемпион по количеству. У него, наверное, уже около 20 монет. Вот, но у меня крупняк. Ребят, Михалыч тут красиво звенело, и я вижу огурт. Смотрите, опа-на, опа-на. А, вот он. Ух ты, это трешка. По размеру трешка. Красиво звенело. У Михалыча первая трешка. Здесь затерт, к сожалению. Так, что это, объектив у меня не открылся полностью. Трешка Николаевская, затертая. Ну, пойдет. У Михалыча здесь засыпка есть, а у меня ни хрена нету здесь. Кончилось. Да нету, нифига. Вон. Да какой, вот, смотри, во, видишь, это чернозем. Все, это материк Михалыч. Вот у Михалыча вот здесь вот материк. Хорошая засыпка идет. А у меня прям вот на штык лопаты и все. Ну, пойдет. Первый крупный у Михалыча царь. Ладно, идем. Итак, ребята, мы тут с Михалычем угораем. Михалыч говорит, нет засыпки, нет засыпки. Ну, вот смотрите, какая очередная шайбочка выпала. Это у нас пятак. 5 копеек Николаевского образца. Год, к сожалению, сказать пока не могу, но это пятак. И вроде как неплохой.
Неплохой. Зачет, зачет. Женька немножко не докопал. Смотрите, ребят. Женька тут копнул, здесь копнул. А вот здесь стенки. Вот. А вот здесь пятак. О, у Михалыча там что-то чирикает. Вот она, Михалыч, вот она, вот она. Ага. Ёпты. Это копейка николаевская. Угу. Царь, зачет. Идем дальше. Вон Ваня, две монеты. Ребята, у Женьки там тоже, смотрите, монетка. Прям только выключил. И тоже царь. Лысый. Ну, не знаю, Жень, лысый, не лысый. Да, лысый. Только чистить надо. Но по размеру двушка, наверное. Или трешка. Трешка, трешка, да. Трешка. Николаевская трешка. Здесь еще вот лежит. Еще? Ну-ка, давай. Я думаю, да. Да, сигнал какой-то есть. Ну, не монет. Не, ладно. Если найдет, так и отвернемся. Продолжаем. Шурф достаточно неплохой по количеству сигналов. Находки, конечно, не очень стандартные, но количество сигналов радует. И не знаю, то ли к Михалычу идти, то ли к Женьке идти. Какой сигнал копать, не знаю. Смотри, что. Кругом сигналы. Слышите, да? И Ваниш сигналит. И Гард сигналит. Пойду к Гарту. Ох, да, в прямом эфире, ребята, снова. И стопудово ранний. Ну-ка, открываем. Да-да, да, ранний. Ребята, здесь ни одного позднего. Все ранние монеты. Надеюсь, тут не докопался. Николай... О, там у Михалыча опять что-то сигналит. Да ешь твою налево, ребята, я... О, монета. А, копейка. Ну-ка, давайте потрем Михалыч фартовый. Он в этом году сколько ты уже 25-го выкопал? 4 или 3. 4 или 3, да? Давайте посмотрим. Сегодня уже 4 копейки. Смотри, там еще что-то. Твою дивизию, а. Так, это что у нас? В итоге. В итоге это у нас... Не знаю, не видно, прям зашлепано. Именно на годе. 20 какой-то? А какой именно? Не знаю. Ну, давайте посмотрим, что Михалыч здесь откопает. А я пока буду натирать 25-й год. Ребята, вон там он только что Женька кричал. Есть что еще? После того, как я двушку 24-го откопал, Женька зашифрился здесь. Я попытался там. И только я ему сказал, нет ничего. И прям через считанные секунды, как я начал прозванивать, выпало, вот она. Вот она. Николаевская трешка, судя по размеру. Ну да. Скорее всего. Это уже какая? Третья? Или четвертая трешечка? 1898 или 96 год. Пойдет. Пойдет. Так, и стекляшечка какая-то интересная. Какая-то интересная была. Наверное, царская. Михалыч Шуф там прикопал. И, наверное, он смотрит, выискивает, куда же пойти дальше. Около Женьки крутится. Наверное, придет ко мне. У меня здесь две медных монеты уже выпало. Так что придет сюда, стопудово. Михалыч знает вкусные места. Итак, ребята, хочу вас обрадовать. Серебро на том фундаменте было. Ну и на этом тоже. Серебрюшечка. Я же говорю, Михалыч придет ко мне. Вот он копает. Так, у меня серебрушечка царская. 10 копеек царские. Но, ребят, считаю, что это металлолом. Потому что здесь, по-моему, пытались дырку в ней сделать. Ну, все равно.
10 копеек. Царские. Вот зачетный, приятный металл. Я говорю Михалычу, 10 копеек. Он медь, что ли? Для него медь куда вкуснее, чем серебро. Вот так вот. Копатели ищут медь, но не серебро. Ребят, помните, я вам озвучивал копейку игровую или не озвучивал? Вот она, игровая копейка. Я вот сейчас на досуге сижу, перекур устроил, и вы посмотрите, какой год копейки. Смотрите. Так, фокус. Копейка 25-го. Вот как тут... Копейка 25-го затертая, игровая. Я твою имею, блин. Извините за мой французский, но как тут не материться, а? Многие не могут откопать такие монеты. А тут она, смотрите, игровая. 25-й год. Твою дивизию, а. Ух. Ребят, еще одна находка, но я не знаю, что это за находка. Я лишь из-за этого стал снимать. Обычно я не снимаю такие вещи. Но вот смотрите, трешка. Три чего-то. Не знаю, сейчас вы видите, нет? Вот три чего-то. С обратной стороны вот так вот. Что за беда? Фиг его знает. Может быть, вы ответите мне. Пишите в комментариях, что это, счетный жетон или же монета. Я в первый раз такую монету откапываю. Дырок нету, сохран хороший. Вам интересно, что это? Если да, то смотрите дальше. А в руках у меня три спилмарки. Это игровой жетон. В истории начала 18 века очень много появляется различных жетонов, в которых можно новичку запутаться. И давайте вкратце разберемся в этих жетонах. Это счетный жетон, который откапывается практически на каждом копе. Также встречается, но очень редко, это трактирные жетоны, платежные жетоны, которые пользовались как деньгами. Но наш жетон – это игровой жетон, и он встречается куда реже. По названию вы поняли суть этого жетона. Да, это аналог фишки, который применяется и поныне в игорных заведениях. Надеюсь, информация была вам полезна. Если да, то напишите в комментариях. А сейчас продолжаем копать монеты. Приятного просмотра. Сохран хороший. Вот, так что не знаю. У нас Женька работа отдыхает, а Михалыч, я не знаю, что-то в сарае, там сараи были, но Михалычу виднее, он там щупал, он прощупал, вот так вот были сараи, а вот так вот были дома, так что дома интересны потеряшками, а сараи интересны тем, что там, возможно, могут быть клады. Так что ладно, у нас ветрено, но погода радует. Солнца нету, дождей нету. Красота. Остаемся с ночевкой. Не знаю пока, ребят, я пока не знаю, но выпал вот такой вот слепыш, ребята, слепок. Вот такой слепок. Ну что это может быть? Только монета, верно? Значит, в этой кучке мы должны искать монетку. Монетку. Вот она! Серебро, Михалыч! Серебро! 10 копеек, 1930 год. Вот это да, вот это нонсенс. Ребят, помните, с чего все это начиналось? Все начиналось вот с этой ямки. Здесь была трешка царская.
Потом двушка 28-го. И вон там вон Аська зацепила серебро. Вот это да. А как же Ваниш не зацепила, ребята? Я с Ванишем здесь ходил, ну, как бы сигналы были фантомные такие, ну, вот это да. Вот видите камушек, видите камушек, видите камушек. И вот на дороге, походу, вот здесь был фундамент. Потому что вот на этом вот эпицентре, вот на этом вот, верховые три монеты. Одна из них крупная, медная. И вот так вот. Вот это да, три серебра уже сегодня. Уху, красота, красота. Мы ведем с собой кота. Удивляет, удивляет мне дорога. Вот здесь вот серебруха. А вот здесь вот, ну не кладуха, но все равно приятно. Вот она, ребята. Пуговка. Надеюсь, не лысая, но с ушком. Так, сейчас я ее полежу и ни хрена ничего не найду. Лысая пуговка, но целая. Пойдет. Здравствуйте, дорогие господа. Итак, ребят, наши ряды пополнили. У нас вот Рустик, вот видите, вот этот фонарик мордочку освещает. Там у нас Паша, Паша Деус, здесь Михалыч, там Женек. И, короче, у Михалыча монетка была, у меня монетка, фундамент огромный. Я вам показывал, сегодня у меня была убитая, ушатанная игровая 25-го года. Ребят, помните, я вам озвучивал копейку игровую или не озвучивал? Вот она, игровая копейка. Я вот сейчас на досуге сижу, перекур устроил, и вы посмотрите, какой год копейки. Смотрите. Так, фокус. Копейка 25-го. Вот как тут. Копейка 25-го затертая, игровая. Я твою имею, блин. Извините за мой французский, но как тут не материться, а? Многие не могут откопать такие монеты, а тут она, смотрите, игровая, 25-й год, твою дивизию, а? И вы знаете, Рустик тут эмоционально так меня критиковал, кусок, кусок ты, кусок! Ну, прапорщики, они типа того, все куски. И вот смотрите, ребята, смотрите, что я отыскал. Фокус. Смотрите. Сейчас, секундочку, возьму камеру получше. Так. Смотрим внимательно. Навожу камеру. Поздравляю. О, ребята, все-таки у меня попалась монетка, копейка 25-го. В этом сезоне, ребята, это третья. Третья. Михалыч, у тебя сколько было в этом сезоне? Не помню. Ну, дохрена. 3-4, да? И вот у меня. У меня 2 или 3. 25-й год, ребята. У тебя же индос, складная группа. Ну, у меня одна. Спальня. Сахан. Давай. Сахран. Чистка покажет. Сахран вообще бомбичный. Да. Бомбичный, да? О, не зря ночной коп у нас продолжается, ребята. В ночной коп. Зачетно, зачетно. Бомба у Михалыча была. А что там у Михалыча? Вот это Михалыч. А что у Михалыча какая бомба была? Ну тогда, все, это интрига. А что он поднял? Знак вот этот. А, про знак, ребят, вы уже видео видели. Не надо. Да. Это интрига. Класс. Какая интрига? Они уже, зрители, ты видели этот коп. Потом. Итак, ребята, время у нас подходит ко сну. На часах мы посмотрели второй час. Посидели у костра. Поужинали и в баньке. Не знаю, как остальные, но я, ребята, решил залезть в вещмешок. Да, холодно, холодно у нас вообще по ночам. Обещали сколько градусов-то? 7 градусов, и это уже прохладно. Вот, единственное, кто у нас остался, это Паша Деус.
копает, копает. Что мы подняли на шурфе, я вам не показывал, за исключением копеечки 25-го года. Банально. Трешечки, двадцаточки, пятнашки. Все. Советики. Царей на этом фундаменте нет. Так что будем ждать завтрашнего утра. И будем искать новые фундаменты, которые дадут нам вкусняшки. Так что приятного просмотра и до завтрашнего утра. Все. Спать. Доброе утро, ребят. Проснулись, ночью немного замерзли. Но все же было хорошо. Переехали мы на новое место и разрабатываем несколько фундаментов одновременно. Один сейчас у меня вон за спиной. Парни копают, находки есть. И я решил сделать вступление к новому видео. День будет длинным, прохладным и ветреным. Ветер жуткий. Я сейчас из-за этого вот спрятался между машинами. Ветер вообще. Здесь равнины. И ветер гуляет шикарно. Так что погнали, посмотрим, что у нас там будет интересного. Итак, ребята, было харя три сына. Старший, средний и младший. Знаете такую сказку, да? Старые годы у одного царя было три сына. Ну что ж, батюшка, благослови. Вон у нас старается. Ай, блин, старший сын. Вон он, старший сын. У старшего сына, как вы знаете, в сказке было все хорошо. Старшего женил на боярской дочери. Старший сын выкопал вот такую вот яму. И у него, как и в сказке, все было супер. Вот, смотрите, вот в таком вот тазике хранит Михалыч. Вот такой вот перстенек, как и в сказке, жениться может. Двушка Николаевская, 1900, то ли третий, то ли шестой, фиг пойми. Копейка. Че там, старший сын? Ух ты! Ух ты, какой раритет старший сын своей супруге приготовил. Вот такой вот древний. Да. И у него еще копеечка. Ой, одна вторая копейки Николая. Ну, на то он и старший сын, чтобы своей барыне вот такие вещи подгонять. Ну и при деньгах. Средний сын немножко поскромнее оказался. Ну и как в сказке, да, знаете. Среднего на то и средний сын. Среднего на купеческой дочери. Саша. У него получилось вот так вот, по находкам. Ну, это, Жень, знаешь, что такое? Это от этого шляпка от кровельного гвозди. ВЛКСМ, значок, ребята, ранний. ВЛКСМ, приятная находка. И 20 копеек 61 года. Ямка не менее, как у старшего. Пойдет. Средний сын. Ну и младший сын был Иван Дурак. Запулил он свой город в эту яму. Копал. Аська Гард 250 выкопал вот такую вот яму.
итоге у него, ребята... А несчастного Ивана-царевича на лягушке. Как в сказке сказано, царевна-лягушка! Царевна-лягушка, ешь твою налево! Ну, как вот с такой царевной не выпить по стаканчику горячительного напитка? Дзень, дзень. Вот так вот, ребята, у нас откопал старший, средний и Иван Дурак. В сказке написано, и топором не вырубить. Что ищем? Находки достойные. Ребят, ветер сильный, пытаюсь спрятать камеру от ветра. Женька вон там начинает. Два предыдущих попытаться. Там вот дошел. Завершить свой. У меня находка, ребят. И находка желтая. Сохран не домовой. Сохран прям какой-то верховой. 54-й год, 3 копейки. Это первая сегодня у меня находка. И это радует. Хоть первый. Как вы видите, фундамент у нас взорванный. Как определить, взорванный или нет? Ну, по наличию вот таких вот куч всего. Я продолжил его, ребят, потому что, подрезая стеночки, как бы пошел культурный слой, видите, да? И на культурном слое выпала трешка 54-го года. Я думаю, пойдет. Его не обработали до конца, и я сейчас буду его расширять туда дальше метр. Вот камера у меня что-то глючит немножко. Это очень жалко, потому что иногда говорю, а она, зараза, не пишет. Ладно, продолжим. Итак, ребят, я практически закончил стенку. Там уже как бы материк идет. Начал уголок подрезать. И интересная находка. До этого поднимал большую ажурную конинку. И вот смотрите. Очень интересная вещица. Что это? Похоже, да? Похоже на замочную скважину. Но на ней имеются надписи. Возможно, надпись интересная. Возможно, мастера. Я сегодня, вчера ночью, ключик отыскивал от братьев Пчелин. Может быть, и сюда подойдет. Сейчас его почищу, прочитаю, что здесь написано. Интересная вещицка. Интересно. Это интереснее, чем монета. Так что зачетно. Ребята, а вещь интересная. Я не знаю, прав я или нет, но сомневаюсь, это, возможно, не от замка. Имеется надпись «Труженик» по окружности. И наверху, вот где типа звездочки, походу 8. Может быть, это какой-то знак? Здесь вот имеется то ли крепление, то ли от булавки. Так, булавочка должна быть. Может быть, это знак? Пишите в комментарии, если я что-то подобное в интернете информацию найду, я вам, конечно, исторический факт прикреплю. Интересная вещица. Пойдет, это я люблю. Ну что, Иваны, рассказываем, что нашли. Что? Ну, старший Иван сразу, видно, ничего не нашел. Рассказывай. Пряжка. Показывай. У Паши пряжечка здесь. Убитая. Убитая? Убитая пряжка? Так, пряжечка, это хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой.
Пряжка реально, ребята. Она сгнила. Печальный случай. Но для панно можно ее сделать. Можно для панно. Вот эту часть спрятать. Срезать. Не, не срезать, а просто спрятать ее, например, царскими монетами или еще чем-нибудь. Для панно пойдет. Ее только этим, механикой устанавливать. Так, ладно. Ай? И все. И все? И все? Сигнала тоже нет. И все. У Михалыча сигнал. Какой сигнал? Не было? Сковородка, ёлки. Сковородка? Ясно. Сейчас только что здесь консилиум был. И Паша откопал опять печальку. Опять печалька. Печаль, центральная, да, часть. И снова горелая. С утратами, как и до этого показывал пряжечку. Все, сигналы кончились. Да. А поэтому ж медалька есть. Пойдет. Итак, ребят, зашуршился я вот это фунде. Там сплошной камень. На штык-лопаты и камень. Выпала печальная находка. Вот она лежит. Видите, да? Фунт как бы горел. Это у нас копейка николаевского образца с дыркой. То ли под манисту, то ли под чё. Но горел он здорово. И тому факт, вот смотрите, сколько я всего наковырял. Вот такая вот фиговина. Латунь от самовара. Запчасти, стекло царское. Заплавилось. Разные здесь тоже причиндалы. От самовара, от керосинки, ручка. Здесь я не знаю, что это. Короче, много всего вот таких вот деталек. И очень много стекла. Очень много стекла. Оконного. Прям втыкаешь и прям стекло, стекло, стекло. Ладно, может, сейчас переедем на то место, где мы вчера были. С Михалычем монет тягали. Фунт мы тут не добили. Может быть, туда. Здесь как-то перспективы пропали. Паша ушел на поле. Вон он фигарит. Вон там он. Вот он, Паша. Сдался. Не знаю, вчера с поля он поднял из одной ямки 3 пятнашки. Рамочники. Итак, ребят, уже пацаны собираемся на начало деревни, где были вчера. Фундик я за собой, ребят, присыпал. Как бы не оставляя котлованчики. Так что хотя бы, ребят, присыпайте хотя бы вот так вот. Чтобы не было ям. А то про предыдущее видео увидели, да? Как шурфить нельзя. Видео у меня называется. Так шурфить нельзя. Вот присыпайте, ребята, присыпайте. Будьте культурными, уважайте. Итак, ребят, вчерашний шурф как бы мы не закончили. С Михалычем присыпали. Здесь вот мы не шурфили, здесь Женька вот фигачит. Женька там что-то хрюкает. И мы вчера бутылочку вот такую вот сегодня только увидел, что у нас над писями. Что-то там Женя что-то матерится. Грах, ребят, Казань царская. Зачетная. Самое главное, скол свежий. Ну, я не помню, чтобы мы сейчас, мы с Михалычем ничего не кололи. А это совсем другое. Здесь тонкое, а здесь толстое. То есть это не наше дело. И еще одна у него бутылка была. Тоже минеральные воды. Вот такая вот. Вроде советина, да? Но донышко интересное. Кавказ, Минводы, Пятигорск. Пятигорску привет, пламенный. Че ты там матерился, Жень? Кокарда. Че, кокарда? Кокарда. О, ништяк. Надеюсь, из это из тяжелого металла. Нет, легкий металл. Это белогвардеец, ребята. Белогвардеец.
Кокарда. Зачет. Сегодня, кстати, говорили про кокарды, да? Да. Мечтал там кто-то поднять. Паша, может. Может быть, он здесь, поднимет. Ребята, есть и медали. Ну, зачетно. Для пано. Восстановить и будет классно. Так что белогвардеец был игрок, потому что здесь были монеты игровые. Как вы помните, копейка 25-го игровая отсюда. Печаль печальная. Ну ладно. Я потом нашел нормальную 25-го. Михалыч там, Паша там. А Женек здесь чуть-чуть, но собирает. Пойдет. У вас тут хуже вообще. Ребят, смотрите. Сюжет бутылки, блин. Женька мне оставил заснять. Ух ты, муха. Ёб твою мать, а. Смотрите, чё. Париж. Смотрите, какая бутылка. Под вечер, да? Вот, чё за бутылка, не знаю. Нет, это не церковная. Не, я думал церковная, похоже. Когда вот эти вот орнамент появился. Женька, ну, орёл. Орёл? Ничего себе. Чё написано? Ла Курун. Хрен пойми. Париж, ребят. Офигеть, вот эта бутылка. Вот это фортануло, ребят. Вот это форт. Офигенный форт. Монеты не надо. Как карду вытащил, бутылку вытащил. Вообще огонь. Теперь тут такая вот. Под закат. Под вечер. Что за орел, не знаю, ребят. Пишем в комментарии, специалисты. Вообще. Ну что, спасибо. Классная бутылка. Итак, ребят, пришло время с вами прощаться. Как вы видите, солнышко у нас садится, а нам нужно еще ехать около сотни километров. Заехали на одну деревушку, всем известно, с Марчаном. Она битая-перебита, здесь много было кладов, но мы решили пошурфить. Хотя здесь о шурфах что можно сказать, Михалыч? Все взорвано нахрен, да? Но мы в начале деревни попытались, нашли и выстрелил достаточно неплохо. По всей деревне потом покатались. Находки тоже были, но такие единичные случаи. Сегодня было классно некоторых вещей. В частности, у Женьки, у меня, у Михалыча находки классные. Какие? Давайте смотреть. Вон, смотрите, на капоте выложили целую армию монет. Так что приятного пускания слюней. Ну а по находкам, ребят, получилось достаточно неплохо. Вот такое вот количество монет. Как я сказал изначально, целая армия. Так, ну давайте пойдем вот с этой стороны. Здесь ничего интересного нет. Копейки, двушки, трешки, двадцатки, пятаки. По царям. Раз, это считаю у Михалыча. Раз, Николашка. Одна, вторая, копеечки. Николай второй. Копейка. Так, вижу две копейки по 24-го года. Двушки две. Трешка одна. И две трешки 24-го года. Есть люди, которые собирают пуговки. Сегодня у Михалыча в изобилии пуговицы, ребята. В изобилии. Орляночки. Даже маленькие есть орляночки. Не часто попадаются. Два крестика, образок, колечко, ребята, серебряное. Имеется вон две пробы. Интересный боковой камень был. То есть интересное колечко. Вот, вот такой вот интересный еще. Вот по шмурдику как-то вот так вот. Дальше еще одна армия советиков. Копейки, двушки. Радует то, что ранних, ранние все со старым гербом преобладает. Тут так вот двушки, трешки. Ничего интересного. Дальше пошли медные монеты. Печалька, 24-й печалька. 24-й двушка вроде будет неплохая. Царь двушка, копейка, 24-й, А2, 58-й год, трешка, два пятака.
хороший пятак будет. Почистить, я думаю, экземпляр будет хороший. По моим вкусняхам, ребят, что у нас получилось? Серебруха 10 копеек. Серебруха царская 10 копеек. 10 копеек 30-й год. Вот такая вот интересная фиговина. Я предполагаю, что это счетный жетон для обмена, ну, покупки в трактирах, ребята. Была своя валюта. Вот такая печалька, ребят, была. Не из-за того, что на ней запилы, да? А из-за того, что это 25-й год. Видите? 25-й. Вот это печалька. Но земляной дед мне компенсировал эту печальку достаточно бодрый. Копейка 25-го года. Нормуль. Вот такой вот знак у меня еще выпал. Знак интересный. Труженик. Труженик, наверное, 5 или 8. Здесь была, Михалыч говорит, крутилка или заколка. Так, дальше интересно, что еще было. ВЛКСМ ранний. Они идут такие кимовские, а это ВЛКСМ. Вот такая вкусняха тоже. Ну, пасашок выпала. Двугвардейская кокарда. Пятак 24-й. Трешка 24-й. Затертая трешечка. Копеечка 24-й. Бутылочки. Чуть позже. Дальше. Вот такая вот зачетная. Жалко с утратами. И вот такая вот тоже. С утратами. Масончик 2 копейки. Тоже с утратами. Сегодня Паше прям повезло с утратами. Раз утрата, два утрата, три утрата. Ну, бутылочки. И вот смотрите. Маленькие. Это ладно, они часто встречаются. За исключением вот эта маленькая, видите, да, с юбочкой. Не часто. Дальше. Вот такая бутылочка. С надписью «Кавказ Минводы». Но это совет. Но интересно то, что имеется надпись. И я думаю, самое, что сегодня вкусняха была, и это, конечно же, вот такая красотуля. Париж, орел с венком, прям как римская. И надпись, надпись вот такая вот. Внизу. Как-то так. Сразу пишем, любители, специалисты по бутылочкам, как почистить и сколько стоимость такой бутылки. Бутылка в идеале, только почистить. Ну, как-то вот так вот. На этом и все. Ребята, Женя, пока. Пока. Пока, Паш. Удачи. Михалыч. Лайки. Всем пока. До новых встреч. Царевич с Василисой Прекрасной возвратились домой и жили долго и счастливо до глубокой старости.